Слово «сім'я» на різних мовах гучить по-різному, хоча само поняття об'єднує людей різних країн і віровизнань. Але і воно міняється з тягом часу. В наше такое сложное время, когда, ну, будем говорить откровенно, институт сім'ї разрушается иногда и в некоторых, ну, так бы сказать, регионах, да, большого нашего мира, наверное, следует все-таки сделать всем усилия к тому, чтобы этот институт сохранялся. У традиционном громадстве конца 19-го, початку 20-го стагодия семья – это был дом, родовое гнездо, певный лад життя для нескольких поколений, которые жили и працавали разом. По этим фотографиям, наверное, можно, да, определить, что семью очень ценили в то время, очень. Потому что видно, насколько старательно готовились к свадьбе к той же. Вот несколько фото, которые особливо уразили публику. 1908 год, Бранский уезд, молодые. Это совсем близко от нас, и, напевно, так выглядали и наши предки. А вот Псковская губерния, 1914 год, удавец с детем. Колы, на яких после венчания семья привозит приданное молодой новый дом. А вот семья с 8 человек, которые вечерят разом. Зусім по-иншему глядятся нами здымки, зробленные у Середней Азии и на Кавказе. Вельми молодая мати, навод по теперешнему явлению. И, конечно, значная частка життя семьи – это совместная праца на огульную корысть. Тут можно сказать, что много семьи, там, да, ну, много детей, а у меня я единственная. Семья нужна для того, чтобы помогать друг другу и чувствовать любовь от других. С помощью семьи ты счастлив. Вот. Гэтые фотоздымки глядеть непросто, и они выпадают со стылю нашего часу. Невеликие по мерам, ни китки у очи, монохромные. Фотошопу за тем часом, конечно, не было, але была ратуша. У вугле здымка у 75, и поглядеть бегма не атрымается, треба спыниться, разглядать и думать. Эти снимки несут в себе историчность, и уже этим они интересны. Они интересны своей оригинальностью и неповторимостью, потому что время ушло, осталось это мгновение, и, конечно, оно очень интересно. Что заховается от нашей традиционной семьи про 100 году? Такое питание повстает перед нашим громадством. Илона Иванова, Александр Тарасов, Новин регион.